Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Шьем с Иришей, и сегодня в очередной раз мы вместе с вами будем шить. Шить мы будем галстук-бабочку, потому что, ну, честно говоря, мы сшили украшения для женщин, для девочек, а для мальчиков и наших любимых мужчин не сделали ничего, кроме галстука. Галстук мы с вами делали еще весной, поэтому все, кто не смотрел, как сделать галстук нужного вам цвета из нужной вам ткани, здесь, наверное, где-то появится ссылка, обязательно посмотрите. Как сделать кружевную манишку или жабо, мы тоже буквально недавно это все делали, но сегодня я хочу вам показать очень коротко. Моя цель — сделать этот мастер-класс максимально коротким, чтобы вы быстро, четко смогли успеть сделать галстук-бабочку нужного вам цвета, нужного вам размера. Поэтому сразу хочется перейти к работе. Обращаю ваше внимание на то, что лежит передо мной. Это детали, которые понадобятся для изготовления галстука бабочки. Итак, обо всем по порядку. Основная деталь для галстука бабочки вот эта. Она размером 26 сантиметров на 14. Декоративная деталь, без нее можно обойтись. Есть галстуки бабочки двойные или одинарные, поэтому это декоративная деталь, я ее называю. Она размером 24 на 12, то есть она меньшего размера. Это деталь для перемычки, она может быть 7-8 сантиметров длиной и шириной 4,5-5 сантиметров, вот такой примерно у нее размер. Если вы будете делать застежку в цвет основной детали, тогда нужно ее выкроить. Длина у нее будет, если застежка с регулировкой, вот такая, сейчас я еще поближе вам ее покажу. Длина вот этой детали будет 50-55 сантиметров, если застежка с регулировкой. Ширина у нее может быть 3,5-4 сантиметра. Все зависит от того, какой ширины само крепление. И вот теперь давайте про крепление. Так, про застежку вы поняли. Длина 50-55 сантиметров, ширина 3,5-4 в зависимости от вот этого. Вот это специальная застежка под галстук-бабочку. Единственное, что в магазине не оказалось меньшего размера. Обычно они размером чуть-чуть меньше. Но это даже неплохо, поэтому я взяла ее. Если в вашем ближайшем магазине нет вот такой застежки, не печальтесь. Есть вот такие наборы. Набор для бюстгальтера он называется, поэтому этим набором тоже можно воспользоваться. Вот, в него входит все, что нужно для бюстгальтера, но мы нашим мужчинам об этом говорить не будем. Нам понадобится из этого набора только регулировка и вот этот крючок. Все, все остальное из этого набора нам не нужно. В таком случае под вот этот набор вы можете купить, чтобы не делать, не стачивать вот эту ленту, можно купить резинку. Это бретеля для бюстгальтера именно под этот размер. И ответная часть от вот этого крючка у вас будет в креплении просто вот такая петля из этой же резинки. И вот так оно будет застегиваться. Вот. Все, нашим мужчинам ничего не говорим, откуда такие крепления и прекрасные резинки. Этот вариант сделать проще, поэтому его вам я показывать не буду. Хочу вам показать именно такой официальный, хороший вариант вместе с креплением, с регулировкой, со стаченной деталью застежки. Так, с застежкой разобрались. Теперь поговорим об основной детали. Ее нужно укрепить клеевой. В зависимости от ее плотности. Бывает, что нужно укрепить тонкой клеевой, и этого будет достаточно. А бывает, что нужно укреплять прямо вот такой плотной ниточной клеевой, чтобы галстук-бабочка в готовом виде держали форму. Так как в моем случае галстук-бабочка состоит из двух деталей, я вырезала клеевую и для основной детали, и для детали декоративной. Кстати сказать, детали, которые я вырезала из клеевой, я их вырезала вот таким образом, чтобы клеевая не попадала в швы. Нам нужно, чтобы швы были максимально тонкие. Еще мне понадобятся нитки в цвет, одна катушка и все остальные обычные рабочие инструменты. После того, как вы знаете все размеры, вы можете вырезать все детали, которые вам нужны, и мы можем двигаться дальше.
Первое, что нам нужно сделать, это проклеить наши основные детали. Вы будете выбирать клеевые материалы в зависимости от плотности самой ткани, потому что, может быть, вам нужно галстук-бабочку, чтобы оно подходило под ваше платье, и будете использовать кусочек платья для галстука-бабочки. Поэтому клеевые материалы вы выбираете сами. Это мы делаем для того, чтобы бабочка в готовом виде держала форму. Поэтому сейчас проклеиваем наши детали. Все, кто на канале уже давно, помнят, что вместо проутюжельника можно использовать обыкновенную кальку. Поэтому вот так вот аккуратно проутюживаем через кальку, дублируем нашу основную деталь. Основная деталь у нас продублирована. Точно так же проклеиваем декоративную деталь. Уже тонкой клеевой. Детали у меня продублированы. Идем дальше. После того, как основные детали мы проклеили, сейчас нужно переходить к швейной машинке и стачивать. Стачиваем мы абсолютно все детали по длинной стороне. По вот этой стороне, лицевой стороной вовнутрь. Приступаем. Все детали складываю лицо с лицом и стачиваю. Стачиваем по длинной стороне. Поехали. Стачала основную деталь. Точно так же стачиваю декоративную деталь. Так, у меня уже стачены две детали. И точно так же стачиваю по длинной стороне перемычку и вот эту тесьму для застежки. Все детали у меня стачены, и сейчас нужно этот шов разутюжить. Для чего его разутюживаем? Чтобы уменьшить толщину шва. Это очень важно. Тут мы все сделали для того, чтобы уменьшить эту толщину шва. Мы даже не проклеивали припуск на шов. Поэтому разутюживаем. Точно так же, как мы в прошлом уроке с вами делали пояс. Аккуратно носиком утюга, только носиком, вот так аккуратно разутюживаем все детали. Разутюживаем, это раскладываем в обе стороны припуски на шов. Всем, кому интересно, вот такая терминология влажно-тепловых работ. Есть отдельное видео на канале, обязательно посмотрите, потому что важно, чтобы вы понимали, о чем я говорю. После того, как я разутюжила, нужно вывернуть и приутюжить ее снова. Видите, какой у нас получился шовчик аккуратный теперь. Шов располагаем по центру детали. Не вниз, как пояс мы делали, а вот так, по центру детали. И вот только теперь мы можем приутюжить эту деталь окончательно. Застаиваем деревянным утюжком. Он здесь как нельзя кстати. Точно так же поступаю с декоративной деталью. Точно так же делаю перемычку и аккуратно отутюживаю вот эту деталь для застежки. После того, как все детали мы стачали, разутюжили, вывернули, еще раз отутюжили, они у нас выглядят вот так вот плоско. Все детали, включая вот эту ленту. Изнаночной стороной является как бы сторона со швом, лицевая сторона, сторона без шва. Поэтому складываем лицевой стороной вовнутрь, совмещаем срезы и вот так прям через 4 слоя прокладываем строчку. Сначала одну деталь, сразу перехожу на вторую. И сразу могу проложить две строчки по детали застежки в самый край на 1 миллиметр. Отлично получается строчка. Точно такую же строчку я дам и с этой стороны. Единственное, что я сделала за кадром, это разутюжила вот этот шов. Ничего страшного, что они не обработаны. Это все равно переходит вот сюда на изнаночную сторону. Полностью изнаночная сторона здесь. Одна деталь и вторая деталь. Этот шов должен попасть ровно на середину детали. Вот таким образом. Можно даже иголочку себе поставить, чтобы сделать точное совмещение. Шов попадает ровно на середину вот этой детали.
Точно так же и основная деталь. Шов у нее тоже должен попасть ровно на середину этой детали. Теперь соединяем нашу бабочку между собой. И сейчас нужно задать форму этого галстука бабочки. Делаю буквально стежок 0,5 в самом начале, вот в этом месте. Потом делаю с изнаночной стороны, увожу, вот такой стежок делаю длинный, сантиметра 2, и обратно увожу в стежок 0,5. Все это делаю по самому центру. Затягиваю, и получается вот такая форма бабочки. Затянуть нужно очень-очень туго. И все, теперь отрезаю нитку. Работаем с перемычкой. Вот такая будет перемычка, которая будет закрывать всю вот эту вот красоту и превращать бабочку в действительно красивый аксессуар. Перемычку можно соединить вручную или на швейной машинке. Я буду ее стачивать на швейной машинке, а потом вдевать. Поэтому мне нужно знать ее точный размер. Все, отметила. Лишнее срезала. Теперь понимаю, сколько мне стачивать. Стачиваю таким же образом, как мы стачивали основные детали. Стачиваю перемычку. Сейчас я вам расскажу, что дает то, когда вы перемычку стачиваете на машинке. Сейчас я ее вдену. Расправляю. О, как мне нравится, как мне нравится. Вот моя перемычка, стаченная на машинке. Вот перемычка, стаченная на машинке. Что она дает? Она дает то, что вы можете использовать эту бабочку с двух сторон. Вы просто прокручиваете изнаночную сторону вот этой перемычки на другую сторону вместе с креплением. И у вас получается прекрасная однотонная бабочка. Конечно, тут нужно расправить все, но саму суть вы уловили. Откладываю бабочку в сторону и сейчас занимаюсь застежкой. Из трех деталей застежки мне сейчас нужен вот этот регулятор. В этот регулятор вдеваю застежку, эту тесьму. И нужно зафиксировать. Вручную или на машинке нужно зафиксировать вот этот край, чтобы он уже никуда не делся. После того, как регулятор у меня зафиксирован, я его смогла зафиксировать на швейной машинке, беру вторую сторону, которая у меня никак не закреплена, и вдеваю первую сторону застежки. И дальше формирую застежку. Провожу через регулятор. И вот у меня получается первая сторона застежки. После этого и перед тем, как я буду фиксировать вот этот крючок, нужно продеть ленту застежки под перемычкой, чтобы она уже у нас жила здесь. Все, теперь нам видно, где лицо, где изнанка. И вот теперь я могу фиксировать крючок. Правильно продеваю крючок, чтобы он у меня не оказался на изнаночной стороне при застегивании. Точно так же закрепляем место, где крючок. Вручную или на швейной машинке. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой прекрасный аксессуар у нас получился. Мои дорогие, я очень рада, что дала вам такой простой мастер-класс. На самом деле он очень простой, и я, честно говоря, вообще даже не хотела эту тему поднимать, но думаю, пусть это тоже будет в нашей копилочке, потому что нужно проявить любовь и уважение к нашим дорогим мужчинам, мальчикам, чтобы они тоже рядом с нами были в гамме, чтобы они были красивыми и радовали глаз. Вот такой прекрасный аксессуар у нас получился. Галстук-бабочка с регулятором. Вот так выглядит с изнаночной стороны. Все чистенько, красиво. И вот так выглядит с лицевой стороны.
Обязательно сшейте такой аксессуар для своего мужчины, для своего сына, внука, товарища, потому что вы сами можете убедиться, как, надевая его, человек меняется, приобретает определенный стиль, и это выглядит очень классно. Сам человек может ощутить себя совсем по-другому, поэтому наблюдайте. Буквально на следующем занятии мы будем уже говорить о большой теме, мы будем шить большое изделие, поэтому я очень хотела успеть именно сегодня дать вам этот мастер-класс. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот мастер-класс, пишите все, что вы думаете, мне всегда интересно читать ваши комментарии. Приобретайте наш прекрасный инструмент, ссылка на магазин есть в описании. Наши великолепные курсы также в продаже, ссылки в описании, обратите внимание, там есть комплекты курсов, в которых второй или третий курс идет с 90% скидкой или в подарок, поэтому переходите на платформу, на которой мы располагаем курсы, и смотрите вот такие выгодные для вас комплекты. Еще раз говорю, так будет не всегда, поэтому обратите внимание. Я рада была быть с вами сегодня, ваша Ириша. Что за красота у нас тут такая неимоверная?